презентации будут вопросы, если я буду говорить что-то неясно, нечетко, не точно, то, пожалуйста, перебивайте, уточняйте. Я не обижаюсь на такие вещи. Так, начнем с быстрого обзора, чем является Azure Data Factory. Azure Data Factory – это managed service, то есть сервис управления удаленно, не требующий никакой DevOps поддержки, предназначенный для оркестрации и даты инжестинга. Что такое оркестрация? Оркестрация – это управление другими сервисами, это управление Azure сервисами, либо же другими внешними сервисами, чтобы они между собой взаимодействовали и давали какой-то результат. Data ingesting – это процесс интеграции данных, это процесс загрузки данных из множества источников и последующего складывания этих данных в неком одном месте, например, в Azure Blob Storage, либо же в базе данных, и потом данная информация обрабатывается, закачивается в Data Warehouse, либо же на ней потом запускаются Big Data какие-то активности. Вот. Первая версия Data Factory была выпущена в 2015 году. Не знаю, кто-то пользовался или нет. Та версия была довольно лимитированной. Мне было тяжело вести разработку. Все нужно было делать внутри JSON. То есть писать просто JSON, чтобы потом его деплоить, и этот JSON где-то там запускался. Вот. Были проблемы в первой версии с on-demand запусками, то есть, например, все пайплайны, которые были разрабатываемы в первой версии, их нельзя было запустить просто по желанию. Их нужно было обязательно schedule, то есть создавать какое-то расписание и так далее. В общем, работа с первой версией была проблематичной, поэтому Azure задумался над созданием второй версии, которая была выпущена официально в этом году с General Availability в июне 2018 года. Вот. Концептуальная идея вообще Azure Data Factory – это управление потоком неких действий, то есть flow. Там, не знаю, например, там действие копирования данных, и второе действие – это запуск SQL процедуры. Да? То есть, грубо говоря, Azure Data Factory – это платформа для общепонимаемого ETL процесса, то есть Extract, Transform и Load. Но есть тут важная ремарка о том, что вот последний четвертый пункт. Все же Azure Data Factory, он не для классического ETL, а он заточен под ELT. ELT это получается немножко отличающая от ETL концепция. ELT это когда мы extract, то есть берем откуда-то данные, load, загружаем их куда-то и transform обрабатываем какими-то external, то есть там внешними тулами. Вот. В этом как бы заключается основная мощь Azure Data Factory в текущей версии. Вот. Поэтому внутри самого Azure Data Factory, потом во время демо покажу, фактически нету никаких возможностей для того, чтобы обработать информацию, то есть, не знаю, там добавить колонку, сделать суммаризацию и так далее. Он заточен на перезагрузку данных быструю, и все дальнейшие действия делаются с помощью внешних сервисов, например, для SHD Insight, то есть с помощью там запуска Spark Jobs, Hive, либо же там, к примеру, обработки последующей в базе данных с помощью процедур. Вот. Давайте, наверное, дальше. Я, в общем-то, решил логически для себя разделить, что является
фичером, то есть какой-то характеристикой Data Factory, с которой, которыми можно Data Factory сравнивать с другими, другими платформами и сервисами. И внутренние концепты, внутренние функции Data Factory, которые вот показаны во второй правой колонке. Вот. Если мы говорим про характеристики из левой колонки, то основные характеристики это доступный, базированный на вебе интерфейс, в котором можно с помощью drag-and-drop просто переносить некие там получается кубики с активностями, например, там с копированием данных, запуском джобов и так далее. Основной как бы фичей Data Factory является то, что все действия, выполняемые внутри этой веб-студии, они в любом случае сохраняются в JSON. Но сейчас JSON, как бы, как в первой версии писать, уже не нужно напрямую. Вот, поэтому получается, что это все происходит в автомате. JSON-овая структура JSON, получается, она хороша еще под тем, под той перспективой, что в дальнейшем данный код можно, к примеру, сохранять в репозитории, чтобы над ним работала целая команда. В Data Factory есть панель с мониторингом. В Data Factory можно запускать SQL Service Integration пачки. Я не знаю, если кто-либо знаком, то понимает, что это такое. Это часть Microsoft BI платформы для тоже интеграции данных. Вот. В Azure Data Factory можно параметризировать большую часть вещей, и это достаточно важный пункт, потому что действительно можно с помощью параметров сделать большие великие вещи. В дальнейшем я про это более детально, наверное, расскажу и покажу. В Azure Data Factory есть встроенный довольно простой, но в то же время мощный язык экспрессии, с помощью которого можно делать махинации с данными, либо же там переменными параметрами. И есть возможность работы командной через GitHub и VSTS. Вот. Основные концепты это Linked Services, Integration Runtimes, ну, перечитывать уже не буду. Наверное, перейдем к следующему слайду и расскажу, потому что скорее для всех это просто никакого значения не имеет. Вот. Основные концепты Azure Data Factory. Так, ну давайте начнем с первого. Linked Services. Что такое Linked Service? Простыми словами, это Connection String. То бишь, это некое определение подключения к источнику данных. Их можно разделить логически на подключение к Data Store, то есть к ресурсам и хранилищам данных, например, база данных, Blob Storage, файловая система, также, например, HDFS протокол. И можно подразделить Linked Services на ресурсы компьютинга, то есть вычислений. Это кластер HD Insight, в котором может, например, запускаться Spark, Hive, Peak, джобы, либо же Databricks, в котором можно тоже запускать Spark. Следующая структура или следующая характеристика внутренней Data Factory – это Dataset. Dataset – это некая более гранулярная структура, которая подвязана к Linked сервису. Например, там датасетом является таблица внутри базы данных. Да? Либо же датасетом является некий блоб, либо же файл внутри файловой системы или блоб сториджа. Датасеты используются при действиях, то есть при activity. Например, при activity перекачки данных, то есть загрузки данных из одного источника и перегрузки данных в какое-то место назначения. Используются два датасета, то есть датасет источника и датасет места назначения. Следующий концепт – это activity. Activity – это некий мелкий атомарный шаг процессинга данных внутри пайплайна. Вот. Как я уже говорил, Activity
Например, это может быть перезагрузка данных, то есть data movement. Activity — это может быть запуск процедуры. Activity — это может быть запуск Spark Job, либо же так далее. Вообще есть официальное подразделение Activity, это Data Movement и Data Transformation. Data Movement, я уже сказал, это перегонка данных, и Data Transformation — это запуски неких external, то есть внешних провайдеров, там, начиная от, не знаю, SQL процедуры, заканчивая Spark Job. Pipeline. Pipeline — это более сгруппированное какое-то количество activity, которые сгруппированы для определенной цели. То есть activity, они живут в пайплайне, как следует из рисунка ниже. И activity, ну, делают какие-то атомарные действия, а пайплайн — это какая-то оболочка, которая управляет всеми этими действиями и активностями. Вот, соответственно, пайплайн, например, это может быть обратно же копирование данных, и внутри него может быть три activity. Это, не знаю, например, SQL команда очистка таблицы, перегонка данных и там, не знаю, обновление какой-то конфигурационной таблицы. То есть три activity, которые связаны между собой внутри одного пайплайна. Вот. И последний концепт — это триггер, то бишь некое задание или job по запуску пайплайна. Вот. Триггер можно запускать вручную, триггер можно, для триггера можно создать расписание. Вот, есть несколько видов расписания, но в целом, если кто-то знаком с SQL сервером, триггером, триггер — это что-то похожее на SQL agent, то бишь джобы по запуску непосредственно неких вещей, в нашем случае пайплайнов. Вот. Дальше. Если мы говорим про link сервисы, то есть подключение к данным, на картинке представлен список неких выбранных, избранных link сервисов. Я их погруппировал на там, 4 раздела. Это ажурные сервисы, это базы данных, это файл storage, NoSQL ресурсы, либо же какие-то общие протоколы, и сервисы, и аппликации. Все, что вы видите на рисунке сейчас, это просто выбранные мной ресурсы, потому что в базах данных есть, например, возможность подключаться также к Vertica, есть возможность подключаться к Sybase. Вот. И много, например, в разделе сервисов и аппликаций есть много сервисов и аппликаций, подключений к ним в превью-моде, то есть можно, они еще разрабатываются. Вот. И все, что показано на этой картинке, можно использовать как источник. То есть я могу спокойно вытянуть данные из вот этих вот, грубо говоря, всех сервисов, баз данных, либо же так далее. Если мы говорим про место назначения, да, обратно же при копировании данных, то вот только вот эти вот сервисы поддерживаются как непосредственно места, куда эти данные можно загрузить. Что логично, в Azure Data Factory поддерживаются там большее количество ажурных сервисов, как непосредственно места назначения данных. Также можно закачивать данные в оракловые базы, в SAP HANA, в SQL Server, в Salesforce можно закачивать данные и так далее. Что касается Activity. Как я уже говорил, Activity — это некое атомарное действие по работе с данными, либо же запуску неких, там, не знаю, средств обработки данных третьими сервисами, внешними сервисами. Я их разгруппировал на три группы. Первая группа — это Data Movement и эксплорация датасетов. То есть первая Activity — Copy Data, она, как следует название, позволяет копировать данные из источника в место назначения. Get metadata activity, она используется для того, чтобы получить метаданные. То есть, например, я могу попросить его получить метаданные таблицы, и на выходе get metadata activity даст мне список полей либо же колонок таблицы. Вот. Lookup activity используется для того, чтобы
запрашивать, то есть делать какие-то запросы, и на выходе он выдает сет данных. Например, в Lookup Activity я могу запустить SQL команду, в Lookup Activity я могу попросить его вытянуть внутренности CSV файла внутри блоба. Вот. И Lookup со своим ограничением в 2 мегабайта и 5000 строк каким-то образом вернет мне эти данные. Почему я сгруппировал этих три активности таким образом? Потому что все этих три активности требуют подключения к датасету. То есть, ну, если для копирования данных понятно, зачем нужны датасеты, то есть, например, таблицы, либо же там файл в блобе, чтобы он понимал, откуда брать данные и куда их выгружать, да, то для get metadata он тоже как бы должен понимать, из какой таблицы ему нужно взять метаданные. То же самое с lookup, ему нужно понимать, из какой таблицы ему нужно вытянуть эти строки. Следующая группа – это организация data flow. В целом в Data Factory есть довольно богатый набор активности, действий, activity для того, чтобы управлять пайплайнами и там организовывать логическую работу внутри пайплайна. Первая выбранная activity это запуск пайплайна, то есть внутри пайплайна я могу запустить другой пайплайн. Второй activity это запуск SSS пакета, то бишь я могу просто запустить пачку и из Azure Data Factory. Две последние, они тесно связаны с логикой непосредственно нашего пайплайна, то есть, например, if condition, это проверка на то, есть, например, у нас некое условие, если оно прошло, то сделай n-ную операцию, а если оно не прошло, то сделай другую операцию. И for each это непосредственно, ну, как следует из названия, петля. Вот, то есть итерационная какая-то активность, чтобы делать повторяющееся количество данных. Вот, тут есть интересный момент, то что тесно связаны lookup, во всяком случае из моего опыта, и for each активности. Соответственно, лукапом я вытягиваю, например, 20 строчек с названиями таблиц, которые мне нужно обработать. Передаю их for each, и for each таблица по таблице может делать внутри себя некие операции. Некоторые операции. Вот. For each можно запускать, что еще интересно, не только последовательно, но и параллельно. Вот. Эта активность поддерживает до 20 одновременных запусков. Следующий тип – это активности трансформации данных. Они в целом тесно связаны с запуском неких действий на внешних платформах. То есть Spark Activity – это запуск Spark Job в HD Insight кластере. Databricks Notebook – это запуск Databricks Notebook в Databricks кластере. Stored Procedure – это запуск хранимой процедуры в SQL сервере. То есть я внутри этих activity формирую или даю понять о том, что я хочу запускать эту процедуру или этот ноутбук, ну и он непосредственно выполняет за меня нужную работу. Следующий, как мне кажется, важный момент в Azure Data Factory – это параметры. И параметры – это действительно сильная вещь, потому что параметризировать можно действительно большое количество вещей в Azure Data Factory. Если мы, например, говорим про параметризацию линк-сервиса, то мы можем сформировать, к примеру, с помощью параметризации только один линк-сервис, то есть декларировать, например, подключение к базе данных, да, и потом динамически подставлять название базы данных, либо же сервера, либо же там креденшалов, для того, чтобы ну, просто не нагромождать, скажем так, количество линк-сервисов. Да. Если у нас, например, есть 10 баз данных, такой сценарий, да, то мы можем сформировать только одно подключение, один линк-сервис, и потом динамически подставлять параметры с подключением в эти базы данных. Вот. Следующий момент. Параметризация пайплайнов. Параметры в пайплайнах нужны для того, чтобы в дальнейшем передавать их внутри действий, то бишь activities.
К примеру, внутри пайплайна я декларирую параметр, который называется timestart. Когда я запускаю пайплайн, я даю ему этот параметр, к примеру, и в дальнейшем мои там некие активности, например, с помощью этого параметра вытягивают данные из SQL базы данных, либо же там передают этот параметр как там, не знаю, я декларирую, вот будет пример, можно задекларировать путь к файлу как параметр, давать ему, передавать ему при запуске путь к файлу и название файла, и Spark либо же Databricks Job будет конкретно смотреть на этот файл и делать дальнейшую с ним обработку. Параметризация датасета в целом похожа на параметризацию линк-сервиса, то бишь подключение к данным. Обратно же связано с тем, чтобы не нагромождать большое количество кода, либо же этих датасетов. Если у нас есть сценарии по копированию, ну вот у меня сейчас на проекте, на котором я работаю, есть сценарий по копированию 49 файлов, там, не знаю, 49 таблиц сиквельных, 7 схем, 7 таблиц в этих внутри схемах, то есть всего 49 таблиц. Для этого я сформировал только один датасет, и в дальнейшем я динамически подставляю внутри датасета название своей таблицы, то есть мне не нужно при там по-хорошему декларировать никакую схему таблицы, ничего. Я просто задекларировал название, и он сам понимает, потому что окей, теперь мне нужно закачивать данные в данный момент в данную таблицу. Следующая вещь, которую можно параметризировать, это действие, либо же activities. Как происходит параметризация activities? То есть в целом они внутри них не декларируются такие параметры, как, например, в датасетах, либо же в линк-серверах. Но как используются параметры внутри Activity? К примеру, вот с предыдущим примером, то, что я рассказывал, у меня есть Activity Data Movement, то есть перекачки данных, и внутри этой Activity я динамически подставляю параметр названия датасета, в который мне нужно копировать информацию. Следующий интересный момент с Activity связан, это то, что Activity выдает некий результат, так называемый output. И следующие activity внутри этого пайплайна могут использовать этот результат. Вот, в демо я покажу примерно, как это выглядит. И последний момент, можно параметризировать триггеры. Обратно же, параметризация триггеров, она больше похожа на то, что с помощью триггера запускаю пайплайн. Да? И, к примеру, мой триггер – это, не знаю, некое окно. То есть каждый час, например, мне нужно делать некое действие, либо же там процессить какое-то количество данных. И с помощью параметризации триггера у меня есть набор параметров, например, дата старта или там время старта этого триггера, да, и я с помощью этого параметра могу передать значение в pipeline, и внутри этого пайплайна уже, исходя из вот этого вот, например, оконного значения, то есть, например, не знаю, дата старта данного триггера 10 часов утра, да, и он начинает забирать данные внутри этой, внутри там этого пайплайна с 10 часов утра. Вот, в целом, наверное, это понятие параметризации довольно сложное, и мне лично, я помню, было самому немножко тяжело разобраться, поэтому если кому-то будет хотеться, то милости прошу, создавайте бесплатный аккаунт, заходите на Azure Data Factory, есть много сейчас туториалов, и там действительно показаны стандартные такие дизайн-паттерны того, как можно эти параметры использовать, как они упрощают жизнь разработчикам. Следующий момент – это внутренний язык, expression language. Про него могу сказать то, что он в целом довольно базовый. Есть про него одна страница документации, описание всех функций, есть, понятное дело, все там первичные функции, суммаризация, фильтрация, какие-то конвертации данных, string-функции, то бишь строчные функции,
вырезание данных, replace и так далее, ну и там некие conditionals. Вот. Ну и понятное дело, что язык нужен внутренне для того, чтобы упростить нам, как разработчикам, работу с этой платформой. Следующий момент, на который я бы хотел посвятить еще немножко времени, это Integration Runtime. Что такое Integration Runtime? Как я говорил, Azure Data Factory это в целом managed service, то есть сервис, который управляется удаленно, и кроме самой разработки нам в целом ни о чем не нужно больше думать. Но если углубиться в такие более тяжелые концепции Azure Data Factory, то станет понятно, что все же некие ресурсы используются при работе с данной платформой. Эти ресурсы называются integration runtime, ну и, как написано на слайде, короткими, если говорить in short words, то integration runtime это просто некий кусок ресурсов, compute infrastructure, который Data Factory использует во время перекачки данных, либо же, например, Activity Dispatch имеется в виду, если мы запускаем Spark Job, да, то нам нужно просто триггернуть, то есть отправить команду HD Insight Cluster, либо же там, не знаю, Databricks Cluster о том, что запусти данный job. То есть для этого тоже используется Integration Runtime. И Integration Runtime используется для запуска SSS-пакетов. Это причем отдельный вид Integration Runtime. Вот, как снизу написано, есть три. Первый это Azure. Он, получается, устанавливается по дефолту. И нам абсолютно не нужно думать о том, как управлять. Он все делает в лучшей и хорошей степени для того, чтобы мы быстро могли запрашивать и перекачивать наши данные. Вот. И Azure Integration Runtime, он предназначен для того, чтобы делать некие активности в клауде. Есть self-hosted integration runtime. Он в целом предназначен для того, чтобы запрашивать и получать доступ к данным, которые расположены локально, on-premises, в локальной сети. Если, грубо говоря, то self-hosted runtime это просто программа, которую ты скачиваешь из интернета, которая доступна, кстати, только на Windows. Она устанавливается на физическую машину, либо же можно внутри нее устанавливать там на несколько машин, собирать кластер. И, например, с помощью нее осуществляется перегонка данных с локального SQL сервера в куда-то дальше, либо же наоборот, там перегонка данных с Azure Blob Storage в локальный SQL сервер. Ну и последний вид Integration Runtime – это Azure SSIS Integration Runtime, то есть Integration Runtime для запуска SSIS пакетов, SQL Server Integration Services пакетов. Он абсолютно отдельный, его нужно внутри сервиса настраивать, и в целом там буквально 2 или 3 шага, но под Azure SSIS Integration Runtime в итоге создается машина, виртуальная машина, либо же кластер машин, к которым мы не имеем доступа, их не видно в нашей ресурс-группе, но они есть. И во время того, как они работают, мы можем запускать SSIS-пакеты, и за это с нас берут деньги. Переходим к более земным вещам, соответственно, демо, и что сегодня я бы хотел показать в своем демо. Так, давайте откроем. В целом. Для Azure Data Factory используется отдельная студия, веб-портал. Как я и говорил, он очень, как мне кажется, хорошо и легко осваиваемый. Вот, сейчас он откроется. И я покажу, как это выглядело. Обычно при первом запуске он сейчас с меня... отлично, не потребовал. Есть три вкладки в веб-студии Azure Data Factory. Первая – это
стартовая страница, в которой мы можем сделать какие-то базовые вещи, сконфигурировать integration runtime для SSH пакетов, как я говорил. Вторая – это authorship вкладка, то есть вкладка, на которой мы непосредственно делаем некие махинации с нашими пайплайнами, декларируем все наши линк-сервисы, триггеры и так далее. И третье – это мониторинг pane, то бишь панель для мониторинга. Вот, тут видно, какие у нас там, не знаю, активности запускались последнее какое-то время, как они прошли, ну и тут можно мониторить, как они, в общем-то, происходили. Давайте сконцентрируемся, может быть, на каких-то базовых вещах в вкладке, которая называется Author. Здесь, как я и говорил, происходит активная разработка. Есть, получается, два вида, два лейаута работы. Первый – это лейаут работы с репозиториями кода, то есть GitHub, либо же VSTS. Сейчас я нахожусь в GitHub, получается, лейауте, либо же Data Factory. Data Factory – это непосредственно лейаут самого сервиса, то есть где запускаются данные. Важно разделять, что если мы говорим про лейаут GitHub, здесь он предназначен только для разработки, максимум для дебагинга. То есть все, что в последующем будет запускаться, нужно задеплоить на непосредственно Azure Data Factory Service, чтобы оно появилось в этом вот лейауте, и отсюда уже непосредственно можно запускать эти пайплайны с помощью, например, триггеров, либо же вручную. Следующий момент. По левой стороне вы видите, получается, вкладку с разработкой. В коннекшенсах можно увидеть о том, что у нас сейчас есть три сформированных линк-сервиса, то есть подключение к данным, это подключение к Databricks, это подключение к Azure Blob Storage и подключение к Azure SQL базе данных. Плюс в Connections табе есть обзор Integration Runtime. И, как я и говорил, дефолтный, то есть по умолчанию устанавливается Auto Resolve Integration Runtime, это ажуровский Integration Runtime, он всегда работает, его можно мониторить, нельзя с ним ничего сделать. И второй, который я уже сформировал, это SSH Integration Runtime, то есть Integration Runtime, который нужен для запуска SSH пакетов. Можем посмотреть то, что внутри этого Integration Runtime нам доступны две машины, они работают, то есть сейчас я уже плачу деньги, либо же не я, а тот человек, где работает этот Azure Data Factory, за то, что машины просто работают. То есть в SSH Integration Runtime нужно быть очень осторожным, платится за время, причем каждая такая машина стоит примерно по доллару в час, если забывать отключить, например, Integration Runtime, потому что здесь его можно ставить на паузу. Если его забыть отключить, то может набежать какое-то количество денег, которое мы бы не хотели, потому что просто Integration Runtime работает, мы с ним ничего не делаем. Следующий момент – это датасеты и пайплайны. Датасет, я уже сформировал два датасета, которые нам будут нужны. Это датасет Blob файла, то есть подключение к Azure Blob Storage. Используется connection, тот, который я здесь показывал в линк-сервисе. И здесь уже видно о том, что вместо, например, пути к файлу на моем Blob Storage я использую параметры. Я задекларировал два параметра. Это путь и название файла. И потом динамически при запуске моего пайплайна я эти параметры, получается, уже назначаю, и он понимает о том, что окей, значит, мне передали эти параметры, мне нужно тянуть данные из этой папки, из этого блоба и некое название файла, вот, которое ему тоже передали. Второй датасет – это SQL Table, подключенный к нашей Azure SQL базе. Тут тоже есть сформирован параметр, декларирован название таблицы, который я тоже динамически, получается, назначаю при запуске пайплайна. Что интересно, что ни в blob файле, ни в SQL таблице я не декларирую никакой схемы. Это очень-очень, мне кажется, классно, потому что Azure Data Factory понимает, что если название колонок в файле, и который, например, будет потом являться исходным, и в таблице, которая является
местном значении, и они одинаковые, то никакой схемы ему не требуется. Соответственно, мы можем копировать данные один к одному и динамически подставляя название файлов и там, их путь, и название таблиц, куда мы хотим. Следующий момент – это пайплайны. У меня есть два пайплайна. Первый пайплайн – это execute SSIS, то есть запуск SSIS пакета, пачки. Внутри нее живет activity, то есть то гранулярное действие, которым я непосредственно эту пачку запускаю. Вот здесь вот есть, когда мы переходим в layout pipeline, возможность посмотреть, какие у нас там есть activity. Да? Вот. Activity в каждой есть некое количество настроек, параметров. Не буду углубляться сейчас. Вот. Есть хорошая документация. Всем советую ознакомиться, если кто-то заинтересован. Если касается самого pipeline лейаута, то здесь тоже можно сформировать некие параметры. Можно сформировать variables. Причем это странно, потому что раньше можно было только сформировать параметры. И можно посмотреть output. То есть, например, при дебаге здесь будет показано, как наш пайплайн запускается. И основной, как бы, пайплайн, с которым мы сегодня будем работать, называется WebRQ. Какой сценарий мы последуем сегодня? Предположим, что у нас есть некий сервис внешний, который собирает для нас данные о отзывах пользователей о наших продуктах. Вот. Этот сервис, он запускает. У нас нет подключения к базе данных этого сервиса, но мы можем с помощью RESTful API к нему подключиться и вытянуть некие данные из этого сервиса. Для этого у нас есть Web Activity, Web Trigger, в котором есть подключение, то есть URL нашего реквеста RESTful API, метод, то есть в нашем случае это пост, ну и какой-то body, в котором я передаю, как вы видите, спараметризированное значение даты старта. В моем pipeline есть параметр dateStart, который при запуске я объявлю, то есть дам ему какое-то значение, и он здесь непосредственно будет отправлен в боди этого веб-сервиса. Следующий activity – это импорт SSIS, то есть у нас есть некий Excel-файл, в котором у нас находятся ID-шники продуктов и, например, их название. Да, и это Excel-файл обязательно. Вот. И с помощью execute pipeline activity я просто запускаю pipeline, то есть вот этот pipeline execute SSIS, в котором я запускаю эту пачку с данными. Следующий activity – это ноутбук, Databricks ноутбук, которым я обрабатываю наши отзывы. У меня есть модель натренированная, я ее сохранил предварительно. Внутри этого ноутбука я загружаю Data Science модель, по-моему, логистическая регрессия, делаю необходимую там трансформацию с данными, чтобы проанализировать сентимент, то есть насколько позитивно либо же негативно о наших продуктах отзываются наши пользователи. И последний шаг – это экспорт результатов Databricks, потому что Databricks, он откладывает данные в Azure Blob Storage, и в CopyData я эти данные непосредственно подхватываю, передавая в датасет Blob файла, вот он этот датасет, передаю ему два параметра, которые я хочу передавать. Я знаю, что результаты будут здесь, и я знаю о том, что названия файлов будут начинаться с part. Можно использовать wildcards для Blob Storage, то есть я знаю, что это может быть part, что угодно после названия part. Главное, что это оканчивается на разрешение CSV. И получается, source – это источник, sync – это место назначения наших данных. Я закачиваю данные в SQL таблицу в Azure SQL. Вот название таблицы, обратно же я передаю ее в наш датасет и параметрам. Предварительно очищаю наши, то есть есть прикопий скрипт, предварительно очищаю нашу таблицу. И после этого, по-хорошему, после запуска этого пайплайна, у нас таблица, которая называется Reviews, должны появиться данные. Вот. Сразу же продемонстрирую. Вот две таблицы, которые мы хотим наполнить данными. Product Dump – это название продуктов и ID-шники продуктов из нашего Excel. Reviews – это ID-шники продуктов, текст отзыва и prediction, то бишь, насколько этот отзыв положительный или отрицательный. Давайте попробуем... еще один момент.
storage, который я буду использовать. Здесь, как вы видите, здесь пока что есть только три папки. Потом во время запуска этого пайплайна будет появляться все больше папок и там какое-то количество файлов. Давайте запустим наш пайплайн. Есть возможность дебага, но это я потом продемонстрирую. И есть возможность просто сделать триггер, то есть я запускаю наш пайплайн. Нужно дать дату старта. Предположим, что я хочу все отзывы с 2018 года и с 1 января. Передаю ему дату, нажимаю Finish, и он говорит о том, что он начал, получается, запуск нашего пайплайна. Что дальше? Я могу помониторить, как это происходит. Я вижу о том, что запустился наш пайплайн WebRQ. Первый шаг — это веб-триггер, то есть запрос данных с этого нашего магического веб-сервиса с помощью пост-реквеста. Он понимает о том, что ему передали вот эту вот дату в параметре, которую я задекларировал. И это WebActivity вернуло нам название файла, которое нужно обработать. Вот. Если мы пойдем в Storage, то мы увидим то, что появилась новая папка, которая называется Reviews. И здесь находится наше название файла, которое сгенерировало нам наш веб-сервис. Что происходит дальше? Дальше происходит запуск Databricks ноутбука. Он там будет происходить около 3 минут. Джоба меньше, около 1,5 минут, потому что я уже его кластер запущен. В это время еще произошел запуск SSS-пакета как пайплайна. Можем его тоже промониторить отдельно. Он говорит, что failed почему-то. Давайте посмотрим, почему. Говорит, что... окей. То есть вот я запустил наш SSS-пакет. Он говорит, что я не могу найти некую вкладку. Это очень странно, потому что все работало еще вчера. Давайте посмотрим. Обратно же. SSIS Runtime. Для него нужен SSISDB, то есть база данных, на которой будут запускаться наши пачки. Вот. И непосредственно можно помониторить наши запуски, в том числе через SQL Server Management Studio. Можем посмотреть, как происходили наши запуски. И что мне скажет? Что-то там произошло не то. Не может найти данную вкладку. Странно. Ну ладно. Не будем привязываться. Соответственно, наша пачка закончилась неудачей. И наши продукты не скопировались. Я думаю, что ничего страшного в этом нету. По идее, это должно было произойти. Ну, что происходит сейчас в другом пайплайне? WebRQ. WebRQ уже закончился наш Databricks Job. Можем посмотреть на запуск Databricks Job. Во внутрь нашего Databricks на вход я передал название файла, который ему нужно обработать. Вот так вот выглядит это на Databricks непосредственно на нашем сервисе. Тут видно, что он получил этот параметр, ну и сделал некие махинации с данными. И потом эти данные он получается, экспортировал в блоб. Вот. Можем посмотреть то, что в нашем блобе появились новые папки, которые называются results. Ну и внутри, например, text results есть, получается, файлики CSV-шные, в которых есть вот результат нашей работы. Что дальше? Дальше он копирует данные из этого блоба в Azure SQL базу данных. Я могу тоже помониторить отдельно. Для Data Movement есть отдельная, получается, статья мониторинга. Я могу посмотреть, сколько данных он вычитал, сколько данных он записал, какое количество данных он вычитал. То есть, вот, например, 50 мегабайт, 90 мегабайт получился результат таблицы в Azure SQL. Ну и это заняло ему около там, 27 секунд. Соответственно, сейчас, если я открою наш Reviews, то у нас будет некое количество данных в этой таблице.
таблица была пустая, мы наполнили таблицу данными с отзывами и предикшеном того, насколько этот отзыв положительный, либо же, если нолик, отрицательный. Еще одну вещь я хотел сегодня показать. С SS-пакетом, к сожалению, не получилось. Ну, в целом была задача показать, что он просто запускается. Вот. И он действительно запустился. Почему не отработал, это уже вопрос для дальнейшего дебаггинга. Давайте посмотрим, как можно быстренько провести какую-то разработку в Azure Data Factory. Как я сказал, можно подключиться к код-репозиторию. В нашем случае это GitHub. Как происходит разработка? Сейчас я подключен к мастер-бранче, это наш collaboration branch. Отсюда я могу сделать деплой непосредственно на веб-сервис Azure Data Factory. Если я хочу сделать новую фичу, да, я создаю новый бранч, к примеру, я его назову feature, там, не знаю, feature 02. Да. И после создание этого бранча, я сразу же, он дает мне возможность к нему подключиться на уровне код-репозитория. И на этом бранче я, к примеру, создам новый пайплайн, который я назову Export Word Cloud. Еще, например, будет пайплайн для экспорта неких результатов. Да? В нем будет copy data activity, которую я назову таким образом. Сразу же он мне говорит о том, что нужно задекларировать источник. Источником будет являться blob-файл. Сразу же нужно дать два параметра, где он находится и какое у него название. Благо, что я это себе сохранил, и мне не нужно это переписывать. Следующий момент – это назначение sync. Это наш SQL сервер, Azure SQL и таблица. Я знаю, что эта таблица будет называться word count. И предварительно я хочу ее очистить от данных, если она еще чем-то наполнена. Ну, в целом, сейчас она ничем не наполнена, эта таблица. Вот, но на всякий пожарный я ее хочу, там, к примеру, очистить. Я могу делать save. Save, он работает как commit. То есть я делаю commit в эту бранчу. Что я могу сделать дальше? Я могу сделать debug. То есть я не могу сделать триггер, то есть я не смогу запустить этот pipeline. Но я смогу сделать debug. То есть я смогу локально каким-то образом проверить, насколько мой пайплайн хорошо работает. Вот. У меня открывается внутри пайплайна output вкладка, в котором я могу помониторить, насколько быстро или там медленно копируются мои данные из Azure Blob Storage. Причем что... Он довольно быстро скопировал, получается, 3 мегабайта данных, 300 тысяч строк. На выходе у него получилось там тоже 300 тысяч строк. С такой скоростью он это скопировал. Давайте посмотрим на наш word count. Ну и вот так вот это примерно выглядит. То есть это таблица с частотой появления слов для word cloud в Power BI. Что дальше? Единственный момент, который меня смущает, это что он почему-то скопировал не все файлы, а только часть. Part 1 CSV. Part звездочка CSV. И он скопировал... он скопировал все файлы. Все-таки 8 файлов он скопировал, то есть все как и надо, значит все правильно, все окей. Что мы делаем дальше? Мы закоммитили наш пайплайн, локальный бранч, мы ее отдебажили, он работает. Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно сделать, потому что если мы сейчас переключимся на мастер-бранч, этого пайплайна здесь нету. Мы обратно же идем в наш фичер-бранч. Мы делаем стандартный pull request. Наш Data Factory перекидывает наш на GitHub, показывает о том, что окей, был добавлен такой вот пайплайн. И предлагаю создать pull request. Я создаю pull request. Мерджу его в наш мастер, то есть collaboration branch. Он successfully замерджен. Дальше я иду в мастер branch на Data Factory. И здесь видно о том, что появился наш export word cloud pipeline новый.
Что я делаю дальше? Я говорю publish. Publish здесь работает как deploy. То есть он делает deploy из код-репозитория в непосредственно сервис Azure Data Factory. Показывает о том, что есть некие новые изменения. Я говорю ему, да, окей, пожалуйста, deploy их. И если я сейчас перейду в Data Factory Layout, то мы увидим то, что здесь до сих пор пока что находится два пайплайна и два датасета. Наш паблиш пока что работает, соответственно, он паблишит код из репозитория в сервис Azure Data Factory. Completed. И сейчас, если я сделаю refresh, то мой непосредственно новый пайплайн появится здесь, и я его смогу запускать. Что я еще могу показать? В том, что я сделал какой-то простой Power BI report, который показывает Work Cloud. Например, не знаю, мы можем посмотреть в результате наши позитивные отзывы. Там позитивные отзывы о наших продуктах — это great, слово good, best, очень много появлений. Либо же негативные. И не в негативных все равно будет там, не знаю, слово taste, good, но также будет, например, слово bad, какое-то количество появлений, слово misleading, слово beware, disappointment и так далее. Что касается демо, все. Буквально еще 2 минуты подержу вас, расскажу про прайсинг. По поводу прайсинга. Прайсинг — это та вещь, которая по-русски говорят, то, что без бутылки водки здесь не разберешься, потому что Azure Data Factory действительно используют большое-большое количество вещей, за которые они могут брать деньги, но причем, как вот, например, видно, деньги не очень большие. Да? К примеру, там Number of Read-Write Operations — это имеется в виду создание непосредственно структур, то есть создание датасетов, создание пайплайнов и так далее. Мониторинг, то есть, например, вот я зашел, помониторил о том, что мои пайплайны запускаются, я за это плачу деньги, не очень большие, но все же там какие-то деньги плачу. Я плачу деньги за запуски Activity, за запуски триггеров и за debug mode $1 за 1000 запусков. Я плачу за время перекачки данных. То есть, например, моя перекачка данных в случае с copy data Activity работала 30 секунд. Ну, я там заплачу где-то там меньше цента за это. Да, если бы она работала целый час, то я бы заплатил за это там 25 центов. Я плачу за время external activity. Что имеется в виду под external activity? Это все запуски Databricks, все запуски HD Insights, Spark, Hive и так далее. Это все запуски stored procedures, то есть сохранимых процедур на SQL сервере. И это тоже исчисляется в часах. Я плачу за integration runtime, и это одна из самых дорогих вещей, за которую я плачу. Я плачу за каждую ноду за час с самой дешевой опции 84 цента. В моем случае я для себя сделал две ноды. Как казалось, они не особо были мне полезны, потому что моя пачка, к сожалению, не сработала. Но и вот сейчас эти ноды отработают, например, час, я заплачу полтора за это доллара. И я плачу за пайплайны, которые не запускаются. То есть, если у меня есть код, который не работает, но он есть, то я плачу за каждую такую пайплайн, за каждый такой пайплайн где-то по около доллара, по 80 центов в месяц. И если мы говорим за, вот, например, тот пример, который я показал, то все деньги, которые я заплатил за там, создание, за запуск активности, за перегонку данных, за запуск внешних каких-то активностей, за мониторинг, они, ну, это даже там меньше каких-то десятых долей цента, да, то есть за один такой запуск, это только за Data Factory, то есть не считая там денег за Databricks, за SQL сервера, за перекачку данных с Blob Storage, я заплатил меньше цента. То есть все это в сумме дает явно меньше цента. А за один час запуска своего SSS Integration Runtime я заплатил чуть ли не там полтора доллара. Поэтому имеет смысл конвертировать SSS пакеты по данной логике в такие же пайплайны в Azure Data Factory. И, наверное, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте.